Мы сейчас едем на Чапаевку. Нас попросили снять гидролизный завод. И это мы уже вот подъехали к кольцу на выезд через вот этот мост на Чапаевку. Сегодня, кстати, 1 января. 10 градусов тепла у нас, солнечно. Под одну были, я помню, с детства. Можно было скакать. Рубероид или толью были накрыты вот такой черным. И одинаково все ровные были крыши. Тогда интересно так было смотреть, на автобусе едешь домой. А сейчас уже все поизменили все. Это зеленая балка началась. За здание что? Это фирма. А? Фирма. А, я думала, какой-нибудь клуб. Не-не-не. Дом культуры. Вот сзади, это раньше было дом культуры. А, ну был дом культуры, да? Да, раньше был. А какой, как назывался? Не знаю. Ну, ясно. Вот прям лишь там и... Ага, хорошо, спасибо. Если там спросите, там... Спасибо.